Стоять в пробках не любит никто, зато все любят ездить с комфортом, не считая колесами ямы и выбоины. Поэтому то обстоятельство, что сегодня автолюбители тратят чуть больше времени, двигаясь с улицы Гоголя на Ленина, совсем скоро компенсируется качеством дорожного полотна. На данный момент производится демонтаж верхнего слоя асфальта по улице Гоголя в районе улиц Ленина-Наганова. Демонтаж будет произведен, ремонт асфальтового покрытия порядка 5000 квадратов. Отремонтировано около 15 смотровых колодцев, около 10 ливневых. Работы планируется выполнить с учетом выходных до понедельника. Данный участок в центре города не последний, где на лето запланированы работы по сплошному асфальтированию. В своей очереди ожидают улица Ленина, Московская и проспект Машерова. На данный момент ведется, помимо сплошного асфальтирования, ведется также ямочный ремонт по улицам, ведется дворовые территории, ведется ремонт дворов по Партизанскому, это сплошное асфальтирование, и по Рокоссовскому с устройством новых стоянок, порядка 40 появится машиномест и отремонтируются тротуары. Приводятся в порядок тротуары по улице Гоголя. Создание безбарьерной среды, в которой так нуждаются люди с инвалидностью, мамочки с колясками и велосипедисты, невозможно без понижения уровня бордюров. На улице Гоголя происходит переустановка всех пешеходных связей для безбарьерной среды для пешеходов. На каждом перекрестке получается по 6-8 пешеходных переходов. Вот они опускаются и укладывается тактильная плитка желтого цвета. Работать на солнцепеке непросто, но дорожные рабочие знают, что их труд не напрасен. Ведь приведение в порядок центральных магистралей и дворовых территорий одинаково важно для повышения качества жизни горожан. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.